Около 1000 тестов. Именно столько способно обработать в сутки новое оборудование, которое на днях поступило в Блоковскую районную поликлинику. Эту мощную машину здесь очень ждали, ведь раньше обрабатывать тесты на коронавирус приходилось вручную. На каждую сотню проб уходило до 8 часов кропотливой работы. Вот этот роботизированный комплекс позволит в значительной мере сократить временные рамки проведения тех же 96 исследований. То есть с помощью этого комплекса в настоящее время можно это будет провести в течение 2 часов. Конечно, я же хочу огромное спасибо сказать концерну «Росэнергоатом», который откликнулся на нашу просьбу, вот закупил такое высокотехнологичное оборудование и передал нам в пользование. ПЦР-исследование теперь будет обходиться без участия человека. Всю сложную цепочку операций выполняет одна роботизированная рука. В поликлинике новую машину называют не иначе, как чудом техники. Под каждую пробу берется индивидуальный наконечник. Прибор знает, куда подойти, взять наконечник. Берется проба, переносится в пробирку. Потом берется реагент, переносится в пробирку, идет реакция. В этом процессе есть очень много стадий. И раньше это все делалось вручную. Это очень затратно по времени и, так скажем, очень непродуктивно. Здесь этот процесс, он полностью автоматизирован. В данный момент он забирает реактив, и мы увидели, как он отработанные пипетки сбросил. Роботизированная станция произведена в Швейцарии. Это совместная разработка международной компании «Хамильтон» и российской «Интерлаб-сервис». Представители последних специально приехали из Москвы, чтобы настроить аппарат и обучить работе с ним блоковских медиков. Обслуживать станцию будут прямо из столицы. При наличии в лаборатории интернета наши сотрудники, я в том числе, мы всегда можем подключиться удаленно к станции и помочь оперативно в той или иной ситуации. Блоковские медики рассчитывают, что инновационная разработка, которая благодаря Блоковской АЭС стала доступна жителям города, позволит повысить эффективность диагностики ковида, а значит увеличить шансы блоковцев на успешное выздоровление.